воспевая Париж, вспомни, друг, 41-й. Вспомни, как парижанки легли под СС. Мир на Брестской в тот день был стремительно прерван, а из танков стрелял размалеванный бес. По полям шли в тылы дети, старые люди. С неба мессеры гнали вдогонку свинец. А в Париже в то время удачу на блюде подавали к Бордо и вели во дворец, где певицы фашистов без зла ублажали, в реверансе склонившись. А русский Иван, ось земную, а также судьбу напрягая, эшелоны взрывал и писал «Партизан». А в блокадном детишки на улицах мерзли, хлеб из солода ели, да кошек потом умирали от голода. Ас был прожорлив и летел на зенитке всегда напролом. Я не против Парижа, не против я Трампа, но я буду Россию в стихах прославлять, облудить в резервациях в неге и штампа. Не с руки мне российскую даль предавать. Некоторые во Франции ужасно возмутились, когда в Париже не так давно проходила выставка фотографий и требовали ее закрытия. Мол, выставка «Париж под оккупацией», открывшая в Парижской исторической библиотеке, обеляет жизнь при нацистах.